Успенский собор. Еще одно чудо Почаева. Насколько он красив, настолько необычна его история. Род Потоцких. Громкие имена, неоднозначные личности. Граф Николай Потоцкий. Властный, беспощадный, своевольный до неистовства. Страстный охотник, знаток и ценитель оружия. В гневе мог убить кого угодно. При этом умный, рачительный хозяин. На своей земле царь и бог. Пан мой на месте не сидел. Все по владениям своим ездил. Вот как-то едем мы мимо Почаева. Кони-то звери, да и коляска новая. Вокруг божья красота. Да и пан веселый. А тут как наврочили нам. Кони испугались чего-то. Да как понесут. Я им... А они еще пуще вожжи из рук вырвали. Коляска перевернулась. Я с нее кубарем под гору. А я-то что? Я гляжу, и пан мой лежит. Ушибся, видно. Тут я и похолодел. Знаю, пан такого не простит. Ну, думаю, настал мой смертный час. Только и успел в стороны горы Почаевской помолиться. Спаси, помилуй, Богородица. А пан пистоль на меня навел, кричит: убью. Курок нажимает. Осечка. Второй раз осечка. Третий раз осечка. Понял пан, что сила сильнее, чем его, руку его отвела. И гнев его ушел, и кричит он: в Почаев немедля хочу видеть эту икону. Примчались мы к храму, пан вошел, икону ту чудотворную увидел и со слезами, с молитвой на колени перед ней упал. Чудесами проникнута вся священна історія Старого і Нового заповітів. Господь не перестає звершувати чудеса в святій своїй церкві і до сьогоднішнього дня. І завжди найвеличнішим, найвразливішим чудом є чудо навернення людини-грішника до Бога, її покаяння, переміна і направлення свого земного гріховного життя на шлях вічного життя своїм небесним Отцем. Граф Потоцкий после своего удивительного прозрения вспомнил о своих православных корнях и пришел к вере. Всю свою энергию, все свое громадное состояние он посвятил возведению Успенского собора, стал душой строительства. Пока строился храм, он жил в Почаеве, как простой монах, и сам следил за работами. Через 11 лет храм явил миру свою красоту. А граф Потоцкий окончил свои дни в монастыре. Я раньше думал, что в монахи идут только обиженные жизни, неудачники, в общем, несчастные. И, если честно, даже жалел их. Желание прийти в монашество зародилось еще участие в школе. Я читал духовную литературу там, о древних святых отцах. Думаю, что это было немножко такое юношеское, какое всегда юношество присуще, мечтать о что-то героическом, о великом. Занимался спортом в свое время, вольной борьбой. Да, занимался судомодельным, то неплохо учился. То есть жизненные перспективы были, но вот в конце понял, что все это суета, суета, томление духа. Я начал переосмысливать свои переживания внутренние, конечно, как были колебания, вот, связанные, конечно, с юношеским возрастом. Даже я обращался к старцам, непосредственно к отцу Иоанну Крестьянко, один из великих старцев современных нашей церкви. Вот батюшка мне сказал такие интересные слова:
чтобы принять монашество, нужен зов Божий, на который должно откликнуться твое сердце.